она не записывала. Но это нормально. Блин, мне не хватает нужных оттенков немножко. Но зря грех жаловаться. Это говорит о том, что если ты жалуешься на такое, то ты никчемыш. Ну, я никчемыш. Ты-то нормальный. Вы все нормальные ребята. Все нормально. Вы нормальные ребята. Все нормально. Вы не парьтесь. Я убогий и ничтожный. Как меня назвала одна убогим. Точнее, она сказала, ну не надо быть таким убогим. Я сказал, да, я убогий. Потому что у меня денег не очень много. Ну, типа. За мастер-классы мне мало платят. Да, я убогий. Так не надо быть убогим. Так не надо быть убогим. Да, да. Не надо быть убогим, прям. Блин, как же сделать здесь реку такую вот. Денег мало платят за художнику, за мастер-классы. Ред такие вот уникальные. Это значит, убогий художник. А общество-то у нас великое, прекрасное. Они-то не убогие, но нормально. Вообще в слове убогий нет ничего плохого. Серафим Саровский называл себя убогим. И это нормально. Было нормально все. Все было нормально. Серафим Саровский был крутой чел. Крут. По-настоящему крут. Был Серафим Саровский. Он говорил, я убогий. Всегда. А потом это слово извратили. Исказили. Что, может попробовать здесь нарисовать? Не надо портить. Ё-моё. Мелкие, которые не видно нифига. Нифига не видно. No one girls, no one friends. It's Alexander Alonin, life. Fucking life, fucking my life. Желтого здесь прям мощно так добавить чуть-чуть.